Мне очень важно сегодняшний пикет, потому что я, как обещал, приехал сюда, чтобы выступить с специальным заявлением по поводу плана гибели, подготовки плана по убийству Дела Мамедова в тюрьме. Настолько мне известно, готовится план по физическому уничтожению Дела Мамедова в тюрьме. Значит, это выглядит так. Путем инъекции ввести в его организм опасное вещество. После этого вещества, значит, человек через месяц и два сам от болезни, страшной болезни, умирает. Медленной смертью. Значит, после этого его, значит, после того, как ведется в его организм опасное вещество, его освобождают на свободу, а потом он уезжает в Россию. Там, в России, он умирает от страшной болезни. Я в связи с этим обращаюсь к руководству Азербайджана и других стран. Просим вас остановить этот страшный план. Остановить этот коварный план. Мы и так потеряли многих людей. Просим вас, остановите, не поддавайтесь этим провокаторам. Прекратите убийство людей в тюрьме. И поставьте этому конец, в конце концов. Мы и так много потеряли. После Вагиф Абдуллаева мы еще не оправились. Еще одна смерть, еще одно убийство мы просто не вынесем. Прошу, обращаясь ко всем международным сообществам, руководству страны, содействуйте в освобождении Гилала Мамедова, в приостановлении этого коварного плана. Вот и все. Спасибо.